Восьмой тур, и «Динамо Брест» ожидает очередной выезд в Минск. В этот раз наведаемся к столичному «Торпедо». Клуб с большой и славной историей, чего стоят хотя бы 5 чемпионств в республике времен Союза, одно время чуть было не исчез с футбольной карты Беларуси, но был спасен своими болельщиками. В прошлом сезоне «Торпедо» сохранила прописку в высшей лиге лишь в концовке чемпионата. И в этом году черно-белым, судя по всему, снова стоит готовиться к борьбе за выживание. Главный тренер Владимир Невинский поставил команде осторожный, но самодостаточный футбол. «Торпедо» хоть и забила только дважды, но уже успела обыграть Ислач и забрать очки у Витебска. В прошлом туре команда должна была увозить ничью из Борисова, но арбитр предпочел не заметить игру рукой у форварда хозяев в моменте с единственным забитым голом. В команде есть немало интересных игроков, но особого внимания заслуживает лидер на поле и в раздевалке Андрей Васильев. Поиграл в РПЛ за Арсенал и Ростов, а теперь капитанит в минском «Торпедо». Среди других ключевых исполнителей – украинец Александр Батищев и белорус Сергей Глебко. Матч пройдет на стадионе «Трактор». Он для «Торпедо» не родной, но хотя бы географически близок к району автозавода. Сама арена, конечно, видавшая виды, но зато газон здесь очень хорошего качества. Итак, 19 мая, 16:00, Минск, «Торпедо», «Динамо Брест». До встречи на трибунах!